Балаковском филиале АО «Апатит» по традиции к Дню химика обновили доску почета на аллее трудовой славы. Портреты 12 сотрудников, на которых стоит равняться, теперь встречают заводчан по дороге на работу. Интересный момент. В прошлые годы размещали 10 портретов. В этом году площадь доски почета расширили. Это объяснимо. Растет производство и отличившийся больше. Каждый сотрудник нашего коллектива своим трудом доказывает, что он лучший. Нам с вами по плечу любые задачи. Это показывает опыт прошлых лет. Мы с вами активно реализовали все наши задумки по инвестиционным проектам. Мы с вами успешно работали, не останавливались ни один день, не останавливали свои проекты. Герои праздника на церемонии открытия доски почета немного волновались. Торжественная атмосфера, телекамеры, журналисты смущали. Поэтому историями своего трудового успеха передовики делились, чуть-чуть стесняясь. А зря. Каждый их рассказ как отдельный мотиватор для начинающих. Александр Шибаев, например, в начале своей карьеры был простым водителем самосвала. Потом оказался в кадровом резерве и теперь руководит отвалом. Работу выполнять качественно, в срок ее выполнять, стремиться к чему-то. Вот, допустим, есть цель стать руководителем, значит, к ней нужно стремиться. Нужно все делать вовремя. Вот, и тогда уже руководители будут присматриваться к этому человеку и уже предлагать какой-то подъем. Этими же принципами руководствуется и аппаратчик сушки Денис Бочков. От того, насколько он будет ответственным, зависит работа всего цеха. Это не первое его поощрение, но, пожалуй, одно из самых высоких признаний трудовых заслуг. Династия Бочковых, у Дениса половина родни, заводчане, точно будет гордиться. Из всей моей семьи, получается, у меня тут тесть отработал 42 года, зять работает, супруга работает. Из всех я вот один первый как бы на доске почета. До этого грамоты давали, но на доску почета это впервые у меня. Ответственность, стремление к качественному выполнению обязанностей, умение вовремя помочь коллеге. Такое отношение к работе на Балаковском филиале АО «Апатит» у каждого сотрудника. Поэтому и работает большое предприятие как единый механизм. Предприятие «ФосАгро» является примером для нас, для всех. В рамках охраны техники безопасности, в рамках культуры производства. Быть на доске почета приятно и вместе с тем ответственно. Производство – особый мир, здесь все на виду. А уж если вышел в передовики, держи марку, на тебя равняются другие. Гляди, не подведи. Не зря заводчане говорят, аллея трудовой славы – это место производственной силы.